Так, опасный момент. Первый опасный момент. Дмитрий Ков бил поворотом. Прекрасно сыграл вратарь. Третий матч назад сыгран был в ничью. Ай-яй-яй, посмотрите, какой опасный момент у ворот Витебска. Очень сильный удар. По-моему, Андрей Хачатурян пробил штангу и на добивании. А замкой штрафную режет. Пропускай. Баранок. Андрей Баранок, удар. Ай-яй-яй-яй-яй. Андрей. Сразу же витебские болельщики вспомнили, как практически стреливает. И... Ай-яй-яй. Очередной опасный момент. Скитов. И удар Артема Скитова. Ну что, поаплодируем Артему. Хороший удар. Конечно, для вратаря так. Дмитрий Ков! Ай-яй-яй, показалось, что уже обыграл двоих защитников. Но все равно мяч остается у витебчан. Раджабов с мячом. Финтит. Передача на Золотова. Николай Золотов с правой ноги. Простреливает очень неудобно. Ай-яй-яй. Скитов на Павленко. Павленко будет обыгрывать. Обыгрывает Павленко. Передача. Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Никого нету. Вы знаете, что-то последних 5 минут как-то сильно поджались игроки Немна к своим воротам. Может, подустали. Опять Павленко с мячом. Павленко на Ковба. Ков на Скитова. Ух! Посмотрите. Честно говоря... Я здесь штрафной. Посмотрите, какой был обороняющимся игрокам. Опять Дмитрий Ков. Ну, посмотрите, Дмитрий Ков активен. Вне игры. Вне игры. Негодуют игроки Немана, но Игорь Круг показывает вне игры. Ну, конечно, номинальный защитник витеблян пытается обыграть своего оппонента. И это у него получается. И что? Будет навес, прострел. Но. А вот и острая атака Немана. Надо возвращаться назад. Пока что 2 в 3. Очень неоднозначный момент. Мне показалось... Угловой. Интересно. Пока что не выходит Сергей Мельник. Сидит на лавке. Вехтев на мяче. Золотов подхватывает мяч. Находит Скитова. Один Артем Скитов на фланге. Режет угол. Простреливает вдоль ворот. Как? Как в последний момент защитники выбивают мяч из-под ног Алексея Кравченко. Держится за гол. Раджабов прострел. Карпович удар и вытягивает мяч Курганский из-под штанги, под перекладины.